Страны Балтии всегда используются как такое поле экспериментов для неофашизма. Сначала маленькие страны, вот эти вот карликовые лимитрофы, стоящие на периферии Европейского Союза, проверяют, а можно ли сегрегировать 40% своего населения, а можно снести памятники, а можно запретить один язык, а можно новыми евреями объявить всех русских. Если можно, то вот эта фашистская идеология, протофашистская идеология, она распространяется на всю континентальную Европу. Европу и Великобританию. Так было несколько раз в истории. Поэтому самый главный ужас шары, того, что сейчас происходит в странах Балтии, Польши и Чехии, это то, что обкатывается модель новой фашизации Европейского Союза.